Дорогие друзья, сегодня для вас мои стихи к рассказу «Многогранная реальность» или на французском «La réalité multiforme». Да, мои стихи для вас сегодня на русском и французском. Итак, сперва на русском. Мир огромный и безбрежный, если жить от всей души. Также мир унылый, серый, если в жизни нет любви. Каждый дом имеет сердце, каждый стих свой колорит. Каждый день нас будет нежно, дарит радость и желание творить. И ведь выбор всегда с нами, с песней жить или скорбеть. Можно день заполнить чудесами или вечно под ноги себе смотреть. Для меня сей мир волшебный, полный красок и тонов. В нем нет места угнетению, в нем все дышит и цветет. Жизнь с открытыми глазами освежает каждый вдох, открывает двери с новыми мирами, наполняет силами идти вперед. Благодарю вас, дорогие друзья. А теперь мои строки на французском. Merci, mes chers amis, et maintenant mes vers en français pour vous. Le monde est grand et bouleversant pour une personne qui vit avec l'espoir. Alors le monde est gris et triste pour ceux qui ne remarquent jamais que le oui. Chaque petit mois a sa couleur, chaque histoire a sa splendeur, chaque jour arrive à sa façon, mais c'est à vous à qui leur don. On choisit toujours soi-même la mélodie de sa journée. On peut la faire en colorée, on peut aussi la laisser chanter. Pour moi, le monde est luisant, jamais il semble ennuyant. Chaque chose a son esprit, son ton, les gens, les arbres ont leur tendre cœur. La vie, avec les yeux ouverts, rappelle un défilé de monde d'hiver. Chaque jour est neuf et différent. Chaque souffle réagit sur moi, rafraîchissant. Merci, mes chers amis. Благодарю вас, дорогие друзья. Я желаю вам всегда просыпаться и видеть перед глазами новый мир, новую реальность, полную чудес и волшебных подарков. Ведь это всегда зависит от нас, какой будет наш день. До новых встреч, ваша Ольга. Праздников. Je vous souhaite encore une très bonne journée, plein de merveilles et de miracles. À tout à l'heure, votre Ольга Пасникова.